сразу начальник может зайти и посмотреть, чем занимается тот или иной сотрудник. Вот мы в данный момент поем самоотдачей, рвением. Подожди, сейчас заваливай участок. Вдруг. Ты не сглазь. Мы не можем, мы у нас на профессионализме пройдем. Ну хорошо, я могу. Вы нет, безусловно. Должен работник бодрым быть и подвижным. Хватит сидеть, ты подишь, покуришь. Работодатели не будут обижены за то, что на месте одном не сидишь. А перекур дважды в час выходи. На перекур дважды в час выходи. Злые морозы, косые дожди. Два раза в час покурить выходи. Вот мы работящие, у офиса стоящие, в густом ароматном и медленном дыму. И пусть нам завидуют коллеги не курящие, ведь им из кабинета выходить ни к чему. На перекур дважды в час выходи. На перекур дважды в час выходи. Злые морозы, косые дожди. Два раза в час покурить выходи. Вот тут у нас перекур обычно, потому что проигрыш. Вот, музыканты трудятся, кстати. Просим любить и жаловать, им некогда перекуривать. И если когда-нибудь случится беда, вот скажем, кто-то офис ненароком спалил. Одна отговорка помогает всегда. А я в это время выходил вот и курил. Перекур дважды в час выходи. На перекур дважды в час выходи. Злые морозы, косые дожди. Два раза в час покурить выходи. Ну а тот, кто не курит, может выйти по какому-нибудь другому вопросу. Главное показать деятельность. И два раза в час.